Комплексная услуга для тех, кто ищет работу, стала доступна на областном портале госуслуг. Она предоставляется в электронном виде в разделе «Соцподдержка», «Занятость» и «Безработица». В зависимости от статуса заявителя предоставляется определенный набор услуг. Во всех случаях пользователь может пройти онлайн-тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии.